Волонтеры предотвратили завышение цен при госзакупках на 14 миллиардов тенге. В Казахстане к общественной деятельности с 2023 года присоединились почти 2500 активистов. С их помощью удалось сэкономить значительные средства. Почти 3 миллиарда тенге в Шымкенте, 2 миллиарда в Алматы и около 1,5 миллиарда в Туркестанской области. Приведу несколько примеров. В Алматы волонтеры обнаружили завышение стоимости электротехнической лаборатории на 45 миллионов тенге. Также в одном из вузов мегаполиса планировалась покупка радиаторов по цене, превышающей рыночную, на 18 миллионов тенге. В Туркестанской области волонтеры помогли решить важную социальную проблему. Из-за недоработок на портале электронного правительства дети из детских домов не могли бесплатно прикрепляться к поликлиникам. После того, как волонтеры привлекли внимание к проблеме, ошибки были устранены. И теперь дети получают медицинскую помощь бесплатно. Как отмечают сами добровольцы, их миссия – продвигать антикоррупционную культуру среди населения. Мы выявляем риски, то есть ведем анализ внешний. Если факты подтверждаются, то есть мы эти факты предоставляем департамент для тщательного анализа, то есть мониторинга. В случае, если подтверждение имеется, то есть проводится ряд административных мер в отношении тех или иных граждан. Есть специалисты, волонтеры, которые участвуют в строительной сфере, в медицинской сфере по выявлению рисков. То есть не только выявляем риски, но и предлагаем различные проекты для того, чтобы минимизировать эти риски.